Повальное нарушение пожарной безопасности, незаконная продажа алкоголя и отсутствие разрешительных документов. Таковы итоги рейда общественников по игровым точкам города. Участники инспекции говорят, что правовой статус пресловутых лотомаркетов до сих пор не ясен. Только готовится программа кабинета министров о том, что как-то упорядочить их деятельность. Так сказать, все лицензионные соглашения закончились в 2014 году. Больше власть ничего не делала. Технология, по которой множатся такие точки, проста, говорят общественники. Для этого используют лазейки в законодательстве. Они открываются под видом государственного лото. Они все открываются под видом государственного лото. Только государственное лото имеет право работать. Они под видом государственного лото работают, но работают. Покупают, грубо говоря, франшизу. Франшизу? Франшизу покупают и все. Сама игра происходит в онлайн-режиме. Чтобы зайти в нее, необходимо приобрести специальный номерок у администратора. Для эффективной борьбы с нелегальным бизнесом участники рейда хотят привлечь губернатора, которому они передадут свои материалы уже завтра.